егда же обедовавши, глагола Симону Петру Иисус, «Симоне Ионин, любишь ли мя паче сих?» Глагола ему, «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тя!» Глагола ему, «Паси, агнцы моя!» Глагола ему паки второе, «Симоне Ионин, любишь ли мя?» Глагола ему, «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тя!» Глагола ему, «Паси, овцы моя!» Глагола ему третье, «Симоне Ионин, любишь ли мя?» О скорбе же Петр, яко рече ему третье, любишь ли мя? И глагола ему, «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тя!» Глагола ему Иисус, «Паси, овцы моя!» «Аминь, аминь, глаголю тебе, егда биюн, поясашася самых ождаши, гамужи хотяши, егда же состареешися, и воздержеши руцы твои, и ин тя пояшет, и ведет, амужи не хочеши, сие же рече, назнаменная кою смертью прославит Бога, и сия река глагола ему, иди по мне». Обрящся же Петр, видя ученика Его же любляши Иисус, вослед идуща, иже и возлеже на вечере на персе Его и рече, «Господи, кто есть предаяя тя?» Сего видев Петр глаголы Иисусови, «Господи, сей же что?» Глаголу ему Иисус, «Аще хощу, до той пребывает донде же придут, что к тебе, ты по мне гряди». Изыди же слово сем братию, яко ученик той не умрет, но не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому пребывать, и донде же приду, что к тебе. Сей есть ученик свидетельства его сих, иже и написася я, и вем, яко истинно есть свидетельство его, суть же хигина много, я же сотвори Иисус, я же аще по единому писано бывают, не самому мню, всему миру, вместите пишемых книг. Аминь.